Эта встреча запомнится воспитанникам детско-юношеской спортивной школы номер один на всю жизнь. У них в гостях многократный чемпион мира, Европы, России, триумфатор Олимпиады в Афинах Хаджимурат Гацалов. Юных спортсменов интересовали и вопросы спортивного питания, средства борьбы с ленью, когда не хочется тренироваться, и дальнейшие планы Хаджимурата после ухода из большого спорта. Ведь на татами он уже ни много ни мало 20 лет. Акция не только как бы развитие спорта, но и как бы такая дружба народов, объединение народов, независимо там от каких-то там религиозных, там конфессиональных и национальных там. Поэтому сегодня это такая очень актуальная и перспективная программа. Уникальный шанс пообщаться с олимпийцем и получить от него урок мастерства предоставил проект «Лига чемпионов». Он стартовал во многих регионах страны и направлен на сближение всех народов, проживающих на территории России посредством спорта. В Сочи проект реализован при поддержке главы города. Во многих регионах России мы проводим и через культуру каждого народа показываем какие-то особенности того или иного спортсмена. Это сближает, и у нас с каждым мероприятием увеличивается количество людей, начинающих спортсменов, которые являются нашими единомышленниками. Каждое слово именитого чемпиона ловил другой, еще совсем юный чемпион Даниил Серебряков. В сентябре прошлого года в Москве Даниил победил на мировом первенстве по грэпплингу смешанным единоборством в своем весе. Были покрупнее и меньше меня, но мне все равно удалось выиграть. Теперь Даниил готовится к новым соревнованиям, но уже в старшей группе и другой весовой категории. И общение с именитым олимпийцем считает важной частью подготовки. Встреча с легендой начинающим спортсменом дает главное – стимул к новым достижениям. А силы и мастерство придут с годами упорных тренировок. Тем более, что в олимпийской столице в последнее время создана одна из лучших спортивных баз России. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.